Произошел немножко маленький казус в одном части видео, часть четвертая. Я сделаю ее на две части 4.1, 4.2, потому что часть записи просто пропала, и я ее не успел заметить. Но я скажу так, что ничего вы не пропустили. Нас наградили, Гриффиндор победил, и теперь мы должны пойти в подземелье Филча и кое-что там пройти. И как раз она переходит плавно в часть пятую. Короче, погнали. Как говорится, будем пропавший отрезок соединять. Так. А, пауки. Паучочки. Воу! А вот это был неждан. Ладно. Бывает все в первый раз. Я думал, он зацепится, он просто не успел зацепиться. Ну, давай. Так, вот я думаю, нам куда вообще? Ну и нафиг нам сюда было. Блин. Так, стоп. Нам туда? Вы серьезно? Какого хрена? Давай, только не говори, что я опять снова профейлил. Да ёб твою мать, ну реально уже, блядь, не смешно. Улхомора, дуб зеленый, блядь, давай быстрей. В смысле, нам только сюда надо вниз и все. Ну а дальше? Чё? Так, я что-то не понял, нифига, подожди. Блять, они могли предупредить, что я не туда толкаю улитку, а? Так, толкнуть бы их туда, куда надо. Я, конечно, надеюсь, что я записываю именно эту часть, потому что так зафейлится. Так, не понял, куда?
Да ё-моё. Чё так долго, а? Да понял я, блин. Так, стоп, серьезно? Так, по-моему, это уже эта часть, да? Я, конечно, могу ошибаться. Да ёб твою мать, давай! Так, стоп. Так. Так, сейчас я гляну. Так, но если там же такая же лестница будет, как тут, то скорее всего это уже та часть пропащая. Да, то есть если уже вот это все. Да, с вами был Денис Кочерга, мы оставшийся кусочек части прошли. Так что всем всего хорошего, всем на связи, всем пока.